Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители, а также не подписчики. Сегодня с вами бухгалтер, и сегодня мы поговорим о таком канале, как Лайки Соловьева на Ютубе. Сколько данный канал, мы узнаем, зарабатывает за месяц. Также узнаем, сколько заработал за последний месяц данный канал. И узнаем, сколько заработал канал Лайки Соловьева за все время на Ютуб существования. На Ютубе. Значит, на данном канале 310 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен на канал неделю назад. Ролик набрал 21 тысячу просмотров. Ролик называется «Все по-быстрому». Чуть о канале, мои пожелания. Потом вот Снежка... Снежка бы лайком. Слушаем волков. 19 тысяч просмотров ролик набрал. Неделю назад был загружен на канал. Также вот потом... Ролик еще вот один был загружен на канал неделю назад, набрал он 17 тысяч просмотров. Вот, сработали сходу поверху. Злата тайна Белкунья. Вот так ролик называется, интересно. Лайки, спасайте меня. Ночью отключили свет. 23 тысячи просмотров ролик набрал неделю назад, был загружен на канал. Какой вывод можем сделать? Что данный автор канала Лайки Соловьева загружает ролики. Вот смотрите, здесь получается за неделю... Неделю, 3, 6, 7 роликов, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 роликов за предыдущую неделю. За эту неделю вообще роликов не было загружено. Вот последний ролик, так как был загружен на канал на Лайки Соловьева неделю назад. А вот тут мы можем посчитать и сделать вывод сразу. Вот смотрите, сколько роликов загружает автор канала. Вот 2 недели назад, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 роликов, 13. 13 роликов было загружено 2 недели назад, за одну неделю. Хорошо, давайте посмотрим самые популярные ролики, сколько они набрали просмотров на данном канале за все время. И какие видео вообще набрали и стали популярными по просмотрам. Вот смотрите, встреча после 7 суток, потери лайки. 9,5 миллиона просмотров набрал ролик, 4 года назад был загружен на канал. Также вот, ну что, поехали к тайге. 5 миллионов просмотров ролик набрал, был загружен на канал 2 года назад. Также вот еще один ролик 2 года назад загружен был на канал ролик, набрал он 3 миллиона 200 тысяч просмотров. Приехал к собам. Внимание всем сразу. Потом, соболь это яйцо. Понимаешь? Ролик называется так. 2 миллиона 900 тысяч просмотров ролик набрал, 2 года назад был загружен на канал. Потом вот он еще ролик самый популярный. Вот это встреча щенков. Я в шоке. 2 миллиона 400 тысяч просмотров ролик набрал. Загружен был на канал 2 года назад. Вот такие самые популярные ролики на данном канале. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, значит, вообще старые ролики. Потому что популярных роликов очень достаточно много на данном канале. А вот старые ролики сейчас посмотрим и узнаем, когда же первый ролик загрузил автор на свой YouTube канал. Первый ролик. Смотрите. 8 лет назад. Лайма, 2011 год. 22 тысячи просмотров ролик набрал. Был загружен на канал 8 лет назад. Также вот еще. Хан, 2011 год. 8 лет назад ролик был загружен на канал. Набрал он 5900 просмотров. Ну, по просмотрам здесь не суть. Вот мы узнали, что Лайки Соловьева, автор канала, занимается 8 лет уже своим YouTube каналом. Хорошо, давайте перейдем к статистике о канале и посмотрим уже... дату регистрации канала. Смотрите, канал был создан 8 октября 2011 года. То есть все верно. Каналу пошел 9-й год. Смотрите, просмотров на данном канале за 8 лет 118. За полных 8 лет 118 миллионов 243 тысячи 284 просмотра. Вот смотрите, описание, кому интересно, можете зайти почитать. Занимаюсь чистокровными западно-сибирскими лайками с 1996 года. Сейчас у меня 5 лайк, Каюр и Ханта. Рож от 01.10.18 года. Каюр с Тюменской области, Ханта со Смоленской области. Тайна рождения от 07.02.15 года. Белкунья от 02.10.2016 года. Ну, кому интересно, можете почитать, зайти. Вот. Данный автор канала снимает своих собак и занимается ими. Хорошо, давайте теперь перейдем, значит, к статистике уже. И узнаем, сколько же за последний месяц заработал канал Лайки Соловьева на Ютубе. Смотрите, значит, на канале Лайки Соловьева 2475 загрузок
То есть загружено видео. Подписчиков 310 тысяч. Вот по видео это огромный результат загрузок. Вот столько видео загрузил автор канала. 2475 видео на канал за полных 8 лет. Хорошо, просмотров 118 миллионов 271 тысяча 414 просмотров. Данный канал зарегистрирован в России. Тип канала «Животные». Пользователь создан 9 октября 2011 года. Общая оценка канала «Б». Подписчиков за последние 30 дней на канале «Лайки Соловьева» 7 тысяч. Человек подписалось на 75% лучше, чем позапрошлый месяц. А также вот, смотрите, по просмотрам. За последние 30 дней на канале «Лайки Соловьева» было просмотров 2 миллиона 604 тысячи. На 31% лучше, чем позапрошлый месяц. Хорошо. Расчетный ежемесячный доход канала составляет от 651 доллара до 10 400 долларов за месяц. Но на самом деле данный канал «Лайки Соловьева» начальный заработок составляет от 651 доллара и больше. Потому что 10 400 долларов YouTube не заплатит данному каналу. Давайте посчитаем, значит. Смотрите. 651 доллар мы умножим на 62. Получим 40 362 рубля зарабатывает данный канал за последний месяц и больше заработал. Вот начальный заработок. Вот такой составляет данного канала. «Лайки Соловьева» на YouTube. Хорошо. На самом деле автор канала «Лайки Соловьева» заработал за последний месяц больше этой цифры. Мы позже к ней вернемся. Давайте пока посмотрим, что происходит в лайве на данном канале. Смотрите, на канале «Лайки Соловьева» 310 тысяч подписчиков, как я вам и сказал ранее. Здесь статистика обновляется ежесекундно. Здесь мы можем смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке с данного канала. Кому интересно, можете посмотреть, все происходит в реальное время. То есть подписался человек, у вас покажет сразу. Отписался также. Покажет отписку сразу. Хорошо, не будем время тянуть. Давайте посмотрим теперь и разберем. Самое интересное, это детальная статистика данного канала. Мы узнаем, сколько за сутки набирает автор канала «Лайки Соловьева» на YouTube подписчиков. А также узнаем, сколько набирает просмотров за сутки на своем канале. Смотрите, значит. Ну вот по подписчикам здесь почему-то сайт не зафиксировал Social Blade. Вот у нас только зафиксирована статистика 5.01.2020 года 1000 человек подписалось. Также 9.01 1000 человек подписалось. 13.01.2020 года 1000 человек подписалось. И так далее. Но это разброшена статистика по данному каналу. То есть на каждый день, на самом деле, на канал «Лайки Соловьева» подписываются от 230 человек за сутки и больше. А вот по просмотрам, смотрите. За сутки, значит, 89 тысяч просмотров за сутки, 106 тысяч просмотров за сутки, 103 тысячи просмотров за сутки, 61 тысяча просмотров за сутки, 141 тысяча просмотров за сутки, 83 тысячи просмотров за сутки, 81 тысяча просмотров за сутки, 72 тысячи просмотров за сутки, 99 тысяч просмотров за сутки, 95 тысяч просмотров за сутки, 86 тысяч просмотров за сутки и так далее. То есть данный канал набирает от 86 тысяч и более просмотров за сутки. Просто здесь статистика, вот 141 тысяча, она распределена полностью на месяц. Вот. Вот такая статистика. Давайте посмотрим вообще прогноз на будущее данного канала. Что нас ожидает, вернее, что ожидает автора канала «Лайки Соловьева», статистика какая, через, например, через год. Вот смотрите, через год на канале «Лайки Соловьева» будет 394 513 подписчиков. В данный момент на канале «Лайки Соловьева» 310 тысяч подписчиков. Вот почти 100 тысяч. Ну, приблизительно почти. 100 тысяч человек будет на канале. И просмотров через год будет 186 миллионов. На данный момент сколько? 118. А через год будет 186 миллионов 834 тысячи 6 просмотров. А через 5 лет, смотрите, 744 тысячи 545 подписчиков будет на данном канале. И просмотров будет 11 миллиардов 232 миллиона 692 тысячи 39 просмотров, если правильно, конечно, сказал. Или 1 миллиард 123 миллиона 200... Да, на канале «Лайки Соловьева» через 5 лет будет 1 миллиард 123 миллиона 269 тысяч 239 просмотров.
так правильно будет. Вот такая статистика приблизительно будет на данном канале через 5 лет. Хорошо. Давайте теперь вернемся и перейдем. Самое интересное, теперь узнаем, сколько же канал «Лайки Соловьева» заработал за все время на Ютубе. Узнаем. Вот смотрите, на сегодня, 31 января 2020 года, канал «Лайки Соловьева» заработал 7 milliون 93 941 рубль. Вот обсуждение, вот, кстати, большие пишут, интересно, кому можете почитать. Надеюсь, люди, которые кормят его, сами питаются не хуже. Прекрасный канал, чудесные собакины, а кому не нравится, не смотрите, вам просто завидно, вот и беситесь. Это я прочитал, вот люди, которые оставляют комментарии, обсуждают данный канал. Хорошо, смотрите. «Лайки Соловьева» зарабатывает на Ютубе 2337 рублей в день или 70 098 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 09.10.2011 года. Вот такие цифры. Вот смотрите, данный сайт нам уже говорит, что канал «Лайки Соловьева» за месяц, за последний, зарабатывает, ну не за последний, а вообще за месяц, зарабатывает от 70 098 рублей. Вот так. 70 098 рублей. Смотрите, а данный сайт нам Social Blade говорит, что начальный заработок данного канала составляет от 651 доллара и более. Мы посчитали, 651 доллар это у нас 40 362 рубля. Вот, смотрите. На самом деле... Но вот эта цифра, она еще даже занижена. На самом деле, смотрите, на канале «Лайки Соловьева» за последний месяц было 2 604 тысячи просмотров. Данный канал заработал больше вот этой цифры в два раза. Смотрите, мы вот эту цифру, 651, умножаем на 2, получаем 1302 доллара заработал за последний месяц канал «Лайки Соловьева» на Ютубе. Это в долларах, 1302 доллара. В рублях это будет у нас 80 724 рубля за последний месяц заработал данный канал. А также за все время мы узнали, что «Лайки Соловьева» на Ютубе заработал 7 milliون 93 942 рубля. Вот такие цифры, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам хочу еще сказать. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!